Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Дариди, это голодные игры круче Агарю. Что ж, ребят, скоро мы с вами будем крутить рулетку целых 220 раз. 220 билетов у нас будет на 15 тысяч подписчиков. Мне осталось меньше, чем 150 человек. До 15 тысяч сейчас у меня на моем канале. Так, 14 850 с чем-то. Так, совсем немножко осталось. Откроем простой сундучок. Копим на бабочку. Вот, ждем всякие крутые обновления на Агарю, потому что мы обязательно с вами это посмотрим. Так, что у нас тут? Ракеты хреновые, конечно же. А давайте с вами возьмем нормальный ракетов. Пока нам позволяют это деньги. Так, это значит 8% на две части. Выбить с противника в 10 раз. 10% минимальная масса 160. Часть 10%. А тут две части по 8%. Но давайте все-таки вот это, хотя каждая хороша по-своему, в принципе. Так, ну что ж, а крюк? Сколько у меня крюков осталось? Крюки я хочу подэкономить. Очень много боксерской перчатки. Давайте возьмем пока боксерскую перчатку, а там уже будет видно. А, Ипсилон. Ну что ж, погнали. Ух ты, я вижу первого. Можно его ударить на всякий случай. Оттолкнем от себя. А, из клана Фа. И что, он со мной Тим или нет? Прям сразу Тим с кланом Фа. Так, хорошо. А, блин. Так, хорошо. Клан Фа. Прям как нам повезло. А, я вижу из Грея. Будет ли... Отлично. Кушай, кушай, кушай. Так, со мной пост... Ох ты, блин! Давайте поможем ему. По-моему, я успел. Так, Тимур. Ну да, из GR2, ребят, я всегда снимаю. Если я тут нахожусь, я по-любому буду снимать, потому что я просто так не играю. То есть это уже можно запомнить. Это как... Если я тут... Если я не снимаю, да, конечно, я напишу, что я не снимаю, я там пробую. Но в основном я всегда снимаю. Так, давайте... Давайте щит поставим. Так. Красава. Так, что такое? Так, давайте кормить его. Кушай, кушай, кушай. Тебе нужно расти. Так, нормально. Да нет, 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 я хочу тебе массу, наоборот, отдать. Вот так вот. Я тут. Ух ты, смотрите, что он делает? Так вот. И ты валяй отсюда. Вообще нафиг. Да, вот перчатка нам и пригодилась. Так, давайте возьмем немножко турбо. Ух ты ж, блин, смотрите. Нет, 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 нет. Что он делает? Смотрите. Он пытается себя съесть. Так, мне нужна скорость. Мне нужна скорость. Он никого не съест, а вот я его сейчас съем. Да вот фиг тебе. А неужели он вышел? Красавчик. Блин, а я не знаю, что с ним случилось. Почему он не появляется? Так, ну тут тогда надо питаться. Как по-другому. Да, с ним он, ребят, наверное, вышел, скорее всего.
Ну, круто, круто начало, да, у нас получилось. Грей. Я помню, мы тимились с Греем. Давайте попробуем потимиться. Уже посмотрим потом, будет нам мне продавать или нет. Ух ты. А кто это зеленый такой? Да что ж ты будешь делать, смотрите. Надо массу отдать. Я еще живой, нет? Нет, я погиб. Я пожертвовал собой, ребят, чтобы спасти клан Грей. Надеюсь, это запомнится. Как нам плюсик. Клан Грей молодцы, ребята, хорошо играют. Так. Да, забыл поздороваться. Так, спасибо. А, заскочи в топ-10 и получи сундук. В топ-10. Тимур из Няма. Так, хорошо. Давайте поможем тимуровцу. Так, хорошо, нормально. А, я где-то, ребят. Я сам не знаю, где я. Я просто читаю чат. Стараюсь периодически читать чат. Так, я вижу из стаи там кто-то. Ну, со всеми не потимишься. Так, хорошо. Давай-давай-давай, лети. Сейчас наедимся колючек. Так сказать. Отлично. Ну, в принципе, я могу сам подрасти просто. Так вот. Давайте щит использовать. Так, а кто там такой? Азот. Азотовцы. Смотрите, что он делает. Так, покорми меня, пожалуйста. Смотрите, нагибайка здесь. Ну же, ну же, ну же. Я понимаю, все нормально. Разбей его, пожалуйста, ну же. Все, отлично. И меня тоже разбили. Так, а что я могу сделать? Я мог кляп на него нанести. Но сейчас уже поздно. Так, нормально. Я не знаю, кто они такие. Мир они или нет? О, сейчас нас съедят-то как. Пиявка. Пиявка нас кушала. Высосала всю кровь. Что у нас тут? Третье место, ребят. Вы просто молодцы, красавчики. Давайте посмотрим, кто сколько принес. Обалдеть. Я, ребят, просто, блин, горжусь вами. Единственное, я боюсь вербовщика брать тем, что он выгонит тех, кто мне нужен. Смотрите, Мариночка и Лена. Молодцы, красавцы. Вот, из парней Владислав, Руслан. Очень круто. Владислав, конечно же, отличился от всех. Больше 1000 принес. Вот, ну, в общем, тут все молодцы. Смотрите, Анастасия тоже. Вот, девушки тоже молодцы, хорошо играют. Саня. Саня круто тащит. Так, а я 179, ну, в принципе, тоже. Мне просто много времени, основная работа. Надеюсь, вы меня понимаете. Вот если бы не основная работа, мне бы тоже было очень сложно делать донат на игры. Вот, ну а так, стараюсь как могу. Сейчас до 15 числа будет очень тяжело, потому что финансов вообще нету. Ну, а по моим расчетам, все-таки будет у нас 220 билетов, и то есть по 1000. Закажу 1000 за 16, 17, 18, 19 тысяч. У нас тоже будет донат на Гарию.
В общем, все пока что без изменений. Так, круто. А Твиттер? А желтый кто? Из азота? Да неужели? Логопед. Как вкусно-то все. Так, немножко отпихнем. Вадька. А, GR2. Я надеюсь, у нас Steam, да, будет? Я не понимаю, кто за нас, кто не за нас. Скушали. Так, ну он кормит нас, да, вроде? Так, хорошо, Тим. Тим с логопедом. Мы его уже знаем. Логопед молодец. Так, логопед за нас. А вот азот, азот это плохо. Уходи отсюда. Злой азот. Так, вот азот, я думаю. Азот. Азот плохой. Давайте используем турбу хотя бы. А, и некому разбить. Зеленого. Логопед за нас. Так, fuck you. Написали, что логопед за нас. Я помню, пиявка нас съела. Но логопед нет, логопед нам помогал. А, разобьете. А, вот смотрите, еще азот. Такая борьба жесткая. И пиявка мне помогает. Сейчас закончится у меня турбо. Так, немножко разбили. Отлично. Так, ну тут меня съедят. Щит использует он. Ах ты, неужели съест? Походу, дело съест. Некому разбить. Ну, тут я тоже, конечно, виноват. Доля моей вины есть. Что-то я не рассчитал, зачем я разделился-то. Нагибайка. Все, нас слопали. Ну, поборолись так. 909 очков. Круто. Азот на первом месте. Кстати, блин, надо было, если бы я перчатку бы сменил, давно бы уже все было хорошо. Крюки нам действительно иногда очень сильно нужны. А вот перчатка, ну ни к чему. Действительно можно отталкивать. Но видите, у них щиты. Так что мы их просто так не оттолкнем. ГР2. Просто. Да я не буду тебе кушать, чё ты? Что такой злой? Дарья, ты где? Пиздец. Так, да я где-то тут уже и сам не знаю. Сид покемон, хорошо, ладно. Ничего тебе не делаю. Ах ты ж, блин, так всегда. Скорби. Может быть, спрятаться стоит? Я слишком большой, чтобы спрятаться. Но тебе помогают. Давайте подрастем уже. Так, из бига. Все, я никого не трогаю. Так, давайте фана покормим. Так, ну я рад, что тут много кто за меня. Так, спасибо. Из Грей, смотрите. Ух ты! Еще один фан. Из стаи, давайте покормим.
Так, ну а тут, короче, нам надо... Вау! Вау-вау-вау, смотрите, как они вовремя среагировали, клан Азот. Хотя я прям хорошие бусты прям запустил. Логопед. Ох ты, опасно, ребят, со мной находиться, меня попытаются съесть. Так, я-то, конечно, с вами. Из покемона, из Сида. Также логопед. ГР2. Я промолчу. Так, так сделаем. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Где же моя пицца? Сейчас бы вовремя ее использовать. Хаос. Хаос, я не знал, он за нас, не за нас. Я... Что мне делать? Что мне делать? Поздно. Хаос. Используем турбо. Ладно, фиг с тобой. У меня другие планы. Вот теперь хаос будет против нас. Что ж я сделал? Что ж я наделал, натворил? А, он щит использует. Он использует щит. И сейчас меня скушают. Ну, конечно же, будет выстрел. Тут без этого никак. Ай, почему я такой маленький-то? Зато меня никто не видит. Блин, вот сейчас бы я тебя притянул, это было бы вообще классно. Что-то я немножко не рассчитал. Я опять маленький. Так, и стая меня покормил. Сейчас, сейчас я все исправлю. Взлется. Прикольно. Ты живой? Нет, по-моему, таких можно есть, потому что они, скорее всего, вышли из игры. Там уже что-то дерутся. Бывает. Так, а покемон? Покемон был с нами, отлично. Сида. Я не переживаю. О, отлично. Зеленые. Озоновцы. Озоновцы, блин. Да что к тебе? Пиявка. Неужели мне пиявка не поможет? Эй, ребятки, вы чё? Вот такое. Просто в ихнем клане есть логопед. Вот логопед, молодец. Скушали. Кокос. Иди сюда, иди сюда. Собирается, собирается. Молодцы. Из такой ситуации выбрались. Ну, это профессионализм, ребят, молодцы. Ничего не скажешь. А клан Азот круто играет. И как раз щит использовался. Исчез. Не вовремя. Не вовремя, ребят. Все так не вовремя. Да что ты, блин, выстрел. Ну, без этого никак. Иди сюда. Да кто-нибудь. Я все потратил, ребята, вы это видели? Все крюки. И ни разу не попал. Когда торопишься, постоянно так происходит. Постоянно. Покемон. Так, круто. Ноги... Со мной опасно находиться, ребят, рядом. Со мной вообще опасно ходить. Меня так любят. Азот. Йоу-йоу-йоу. Убегает. Боишься, старику большой и боится меня. Кокос. Того еще двух хочу тебя скушать. Такой аппетитный. Вау, как же опасно. Вот если бы щит у него закончился.
Хаус. Они злые, они плохие. Неужели он будет Тим со мной? После всего, что я сделал, нет. Я так и знал, что Тима не будет. Еще пытается что-то сделать. СББС, смотрите. Так, а так. А, смотрите. Молодцы. Азот, азотовцы. Ну, конечно, меня ж в первую очередь надо съесть. Так, ладно. Заскочи в топ-10. Ладно, в другой серии заскочим. Надо на клане играть сейчас. Так, со стаей мне помогают, хорошо. Ребята, молодцы. Так, а... Ну, в принципе, пока можно потимиться. Вон они. Блин, я боюсь. Блин, я боюсь, знаете, чем? Так, они надоели нубов жрать, даже у кого 30 массы нет. Мне пишут. Смотрите, блин, опасно. Тут меня легко могут съесть. Так, Ани. Нас могут съесть. Со мной рядом лучше не крутиться. Так, давайте стае поможем. Так, ББС. Ух ты, отлично. Бум. Это, правда, мне не помогло. Твою же дивизию, сейчас меня съедят. Сейчас меня выстрелят. Стая грек. Так, давайте отдадим. Отдадим массу. Смотрите, какой большой. Вон я вижу одного. Ну-ка, иди сюда. Ну а что тут сделаешь? Сидят тут на меня, скорее всего. Да нет, нет, нет. Ну-ка. Давай сюда иди. Да я на все подряд жал, короче. Пиявка. Ммм, как тут классно. Логопед. Красава. Логопед молодец. Вау. Логопед из клана Фа-Ай-Кью. Ничего себе. Крутяк. Так, он, смотрите, как молодец. Ничего не скажешь, логопед, ты просто супер. Ну, как же без логопеда? Надо с логопедом потимиться, ребят. Правда, у меня скоро бусты закончатся. Так, круто. Бум. Так, нормально, нормально. Смотрите, всех-всех скушаем. Так, кто будет большой? Давайте выберем. Нормально. А сам ты что кушать будешь? Так, хорошо. Да почему мне заявки? Надо заявки убрать. Щиты! Неужели щиты? Закончились, что ли? По-моему, же есть еще щиты. А, вот. Я думал, закончились. Может, логопед хочет...
Надо потимиться с логопедом, ребят. Он молодец, он нас выручил. Так, 22 тысячи массы. Я не вижу никого. Так, все, он ушел. У меня тоже скоро щиты закончатся. О, меня тут разбить хотят. 63% у нас сервера захвачено. Да что происходит? Я не могу кормить. Хаос? Так, из клана Фа. Так, отдали лучше клану Фа, потому что они нас и то выручали. Вот, ребят, пора прощаться. Такая небольшая серия будет, ребят, скоро будет у нас. Скоро у нас будет прямая трансляция по Агарио на Twitch канале. Так что подписывайтесь, там сейчас 65 человек. Ссылка будет в описании. Кто не подписан, подписывайтесь. И у нас будет прямая трансляция по Агарио. Вот там будет, наверное, проще, потому что там вы будете писать в чате, я буду у вас тоже. Ну, хотя и тут в чате можно писать. Вот, ну, в общем, проведем, наконец-таки, прямую трансляцию. Мне самому интересно, что будет. Никогда раньше не проводил. Будет отдельный канал, и там будут выкладываться прямые трансляции. Вот, но пока что с вами прощаюсь, ребят, не забывайте ставить пальцы вверх. Нас скоро будет уже 15 тысяч, и мы с вами покрутим рулетку таки. Ну что ж, всем до скорого, ребят, пока-пока.